Привет, мальчики! Собрались борщ варить. А вы умеете? Ну тогда вам повезло. Я же вас научу. Так, что у нас есть для борща? О, кастрюлька. Отлично. А это есть? Так это надо раздобыть. И тогда мы сварим борщ. Так, я книжки, а вы начинайте. Ha ha ha!
добрым утром, с добрым утром. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ля. Что, опять каша? Да она же с комочками. Не-не-не-не. Пенка, пе. Суп на завтрак? Фу. Эх, Мишка, ничего ты не знаешь о детском питании. И кашу у тебя с комочками. К соседям пойдем. У соседей всегда что-нибудь вкусненькое найдется. Невкусное. Не сладкое. Не зрелое. Ясненько, невкусненько. Пока! С добрым утром, с добрым утром! Где бы вкусненько вас есть? Фи, кислое! Ой, горькое! Как это вообще можно есть? Ага, обедаете? Даже пробовать не буду. А где моя деточка? Где моя розочка? По вкусу похоже на ластик. А может, вы плохо искали? Нашла! Мальчики, мальчики, подождите! Мальчики, да там же это! Стойте, стойте, подождите! Подождите!
срочно. Ого, как же я вся проголодалась. Ой, а чем это так вкусненько пахнет? Каша! Вот это я понимаю, каша. С комочками. Хочу. Ah!
Все остальное
По инструкции. Ah!
ее вернуть. Ты тут лежи, не убегай. А я пока зубки сполосну. Узнает, что мы его не послушались, он же ругаться будет. А если не узнает, то ругаться не будет. Эй, зайка! Стой! Вот, ее надо вытащить. Ha ha ha!
застрял. Ладно, ждите меня здесь. Я вернусь. Вот. Мальчики, мальчики, подождите, подождите. Мишка, там на болоте такое. Пойдем. Но мы того, этого, малину хотели. А тут это оно. Хочется похрумкать. Тогда приступаем к дрессировке. Сидеть. Делается вот так. Сидеть. Наконец-то. Теперь голос. Вот так.
Смотри, как просто. Thank you.
Oh!
Thank you.
Фокус-покус, тру-ля-ля! Ура! Получилось! Фокус-покус, тру-ля-ля! Мишка! Мишка? Фокус-покус, тру-ля-ля! Фокус-покус. Ha ha ha!
Микрофон в строке нажму, Маша и Медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.